Пхеньян разразился очередной серией угроз в адрес США и союзников. Обещает утопить Японию, а Штаты превратить в пепел. Официальную позицию власти озвучили на государственном телеканале. Диктор, говоря о Вашингтоне, называла американцев янки и даже призывала забить их палками. Обеим странам, вдобавок еще и Южной Корее, по телевизору пообещали ядерный апокалипсис, а северных корейцев призвали к мобилизации.